Так. Дальше у меня было эко. О, я старался чуть-чуть не как обычно это. А, не, вот здесь ты-то умудрился. Вышли на Б, и чё ты смотришь через сторону тёмки? То есть вообще не смотришь даже в сторону окна, ни в сторону дверей. Ну, двери окей, у тебя тиммейт взял. Ну да, вот двери-то я поэтому ушёл от двери. Но почему-то ты все равно смотрел в этот момент в сторону тёмки. Хотя в твоем случае надо было все-таки, ну, постараться смотреть в сторону окна. Угу. Потому что по итогу тебя просто вышли и в спину убили. Надо. Вот, дальше ты, у тебя была такая феника, что ты проходил по шарту по итогу. Но почему-то спрыгнул в КТ. И по итогу, вот зачем ты еще стрелял типам в спину, когда ты не мог их 100% убить. Максимально палил свое местоположение. Я не знаю, почему при этом КТшники не разворачивались и не пытались тебя убить. А, потому что они так... Смотри. Помнишь, ты мне в первой игры говорил, смотри, что ни хрена не... В таких ситуациях никогда не стреляй типу в спину, если ты не уверен, что убьешь его на все 100%. А, окей. Потому что ты попадешь в него 1-2 раза, он живым-то останется, и он даст по тебе еще инфу. Да. А так, по крайней мере, ты его точно убьешь в спину, но... и он даст по тебе инфу, но ты сделал этот фраг. Вот, это первое. Второе, у тебя нет никого в темке, соответственно, в принципе, спрыгивать с шарта в КТ, ну, имеет такой себе смысл. Не опасно, это просто не имеет никакого смысла. Тебе лучше просто пройти в сайт, прочекать сайт, нет ли никого здесь, здесь, там, ну, за тачкой чекнуть еще. И постараться помочь этим типам выйти на ланге. Потому что они, да, они стреляются там, как раз таки, у них все время там была война, это за лонг. Блин, а я ж получается. Блин, а я ж мог сзади двух. А хотя, кстати, в одном раунде, по-моему, так и вышел на одну. Вот, по итогу. Тебе надо было просто постараться помочь этим типам на ланге. Так, дальше. Блять, это там была смешная ситуация, у нас реально все на лонг пошли. Во. Короче, тут я вспомнил. Давай. 6.5 часа later. И в итоге, ну... проблема была в том, что нас стали уходить, потому что нас выкурили оттуда. Ну да, вам кинули молик. Но я все равно просто не понимаю, почему ты идешь первым при этом и сразу же идешь зажиматься в этот угол. Вот как бы в твоем случае потому нужно. Убьют. Ну, все равно ты идешь первым. Если вы идете такой толпой на лонг, тебе нужно обязательно кипикать. Потому что только то, что ты стоишь, вы проигрываете в тайминге и даете КТшникам занять там яму, здесь занять. Или вообще вот как этот тип его подпушить. И откинуть у вас еще всякие там гранатки, типа молика, там хаешек. Причем ну, глубоко они, куда-нибудь именно сюда. Так что если ты идешь первым, то желательно тебе, ну, выходить, если вы идете такой толпой. Если ты идешь один, окей, ты можешь там постоять, похолодить. Окей. Вот. Ну, по итогу вам прилетает молик по всем под жопу, все убежали, кроме тебя. Я зафлешили и... По итогу как-то так, но при этом раунд был выигран. Тут, а, тут, кстати, да, был тоже выход теров. Тут ты убиваешь первого. Второй. Второй меня заберет, скорее всего, да? Нет, второй не заберет. Нет. Тебя заберет следующий тип, который был на миде, и по идее у тебя должна быть, понимаешь, что тип на миде. Ты почему-то решаешь пойти в сторону двери. В твоем случае лучше было как раз остаться уже за тачкой и ждать этого типа. Ты идешь, ну, он тебя в общем сливает, но это хрен бы с ним. Вот оно в чем проблема. Вот эти Биба и Боба, которые сидят и дальше стреляются с типом в яме. При поставленной пачке. Они его хотели убить, а потом, блядь, идти разминировать плент. Ну они еще полгода шли, и по итогу раунд был проебан. Та же самая позиция, опять теперь в очередной раз проходит по шарту. Лангу. Вот, тут твоя ошибка была в том, то, что ты почему-то поздно начал стягиваться. Твой тиммейт убил типа с пачкой, должен был по идее увидеть на карте. Потом бежит второй тер, его также убивает тип твой. И потом третий тер уже убивает твоего тиммейта. Соответственно, скорее всего, все они на шарте были, потому что твой тип запушил темку, твои типы запушили лонг. Максимум, где бы могли быть еще на миде. Вот. Кобра этот убивает двоих пушеров, которые шли через мид, ну и по итогу я там также не понимаешь, откуда стреляют, ну, и тебя забирают. Во, вот тут вы раунд просто залили так, как только нужно было постараться. Все нормально, ваш тип со скорострелки оформляет минус 2 на миде и выбивает тем самым пачку. Ситуация просто идеальная, там... Тебе дают только опен на ланге, но такое себе так. Без пачки.
нам тут... пачку, что ли, просрали? Ну, сейчас увидишь. Да, ситуация 2 в 4. Потому что это снайпер. Смотрим, что делают твои тиммейты на... Ааа, вижу. Первый пошел, свился. Второй пошел. Тип. Попал, слился. У нас, что мы долбоебы. И вы последние двое. Что вы делаете? Вы идете пушить. А, вот как раз первого убили. Здесь меня обвинили, что я как-то сорвался. Ну тут надо было сильнее вести. Итого, из ситуации 2 в 4 с выбитой пачкой в центре мида, вы сливаете раунд в ноль. Просто потому, что вы пушили. Опять же, у вас выбитая пачка, вам не нужно пушить. То есть, окей, твои тиммейты пошли пушить, в твоем случае надо было просто занять эту позицию и ждать. Встань, у кого этой, блин, пачки, на шарте в лишней темке или где-нибудь на миду, и, блядь, и стой, и... Ну, то и на шарте даже подойдет. Лучше, то, чтобы шарте, услышал. Да, да. Вот. Ну, скорее всего, даже самая идеальная позиция, да, шорт. По итогу, вы вчетвером пошли, и все по одному слились. Ну, это просто... Почему нас убили? Это просто, ну... Пиздец. ТХ, это у нас... О, у меня просто написано ВТФ. Так, опять... Угу. Проходишь в КТ, потому что понимаешь, что это снова... А, я на шорт, обрати внимание. Да, обрати внимание. Смотришь, итоге... развернулся, смотришь, да, в лонг. Развернулся, решил тюкнуть то, что думал, что лонг. Твой тиммейт убивает. Шорт. И ты опять начинаешь смотреть лонг. Вообще не знаешь, что делать. По ощущениям. Да, твой тиммейт убивают, ты уже приходишь, да, за тачку. За тачку, да, но уже поздно. И не обращаешь, что уже типы просто проходят спокойно. И по итогу убивают. Вот. В таком случае ты смотришь, что у тебя тип уже был на лонге, соответственно, лонг тебе уже смотреть не нужно. Mm-hmm. Вот. Потому что он там живой и сам смотрит то. При этом твой тиммейт стрелял все время с шортом. Тебе надо было просто встать на подъеме. Вот здесь там. Ну, от головы играть и смотреть. Шорт. Uh-huh. Вот. В теории надо почекивать КТ, если бы тип там захотел бы пройти через мидл. Вот, это все, что нужно было в твоей ситуации делать. А вот не бегать вот здесь. То есть ты был открыт и под мидл, и под шорт. И по итогу тебя, в принципе, убили шорта. То есть в таких ситуациях не нужно теряться, нужно просто знать, ага, тиммейт там стреляет с кем-то в шорту, нужно ему помочь будет.